Нижегородский театр драмы завершает репетиции премьерного спектакля «На дне». Более 30 лет эта пьеса Горького не ставилась в нашем театре. Нынешняя версия «На дне» станет пятой за всю историю драмтеатра. Ставит спектакль московский режиссер Валерий Саркисов, известный нижегородцам по «Вишневому саду», который получил множество наград на всероссийских фестивалях. Руководство драмтеатра надеется на такую же фестивальную судьбу и постановки «На дне», ведь премьера этого спектакля приурочена не только к юбилею Горького, но и к ближайшему театральному фестивалю в Нижнем Новгороде. Валерий Саркисов предложит нижегородцам весьма необычное прочтение горьковской пьесы. Ночлежка в его спектакле будет лишена каких-либо признаков времени. В качестве декораций используются огромные трубы и музыкальные инструменты. Авторский юмор сохранен, а сам спектакль – это некий сборник историй о людях, их жизни и взаимоотношениях. Мне кажется, у нас спектакль просто очень сильно отличается. У нас вообще нет как бы главного героя как такового, что пьеса про кого-то. Она просто там все главные герои. Там огромное количество, опять история получилась про кучу главных героев, про людей. По мнению Валерия Саркисова, пьеса Горького полифонична и затрагивает много интересных тем и жизненных ситуаций. Чтобы поддержать это многоголосие тем и историй, режиссер в качестве музыкального оформления ввел джаз – три композиции Дюка Эллингтона. Эта музыка, считает Саркисов, наиболее точно соответствует обществу, которое будет показано на сцене, и позволит приблизить пьесу, написанную в начале прошлого века, к современному зрителю. Да я вообще хочу, чтобы это было достаточно весело, умно и драматично, и про нас. Вот чтобы не тягучая и угнетающая человеческую волю постановка, понимаете? Чтобы это было развлечение, в общем-то. Нижегородцы могут посетить два предпремьерных показа, которые пройдут 15 и 17 декабря. Затем режиссер планирует доработать спектакль, а в окончательном виде он появится 6 января. Именно на этот день назначена официальная премьера. Светлана Чернова, Никита Вертлин, Илья Васенин. Столица Нижний.